привет! Племянник этой недели в гостях. И мы решили пройтись, прогуляться. Сходим куда-нибудь, наверное, к аквамолу, на набережной. Может быть, что-нибудь перекусим. Погода у нас дурацкая. Да. Прохладная. У нас вот так вот мы выглядим. У меня уже обувь полна песка. Мы решили подойти сюда, спуститься к Свияне. Никто не живет, лягушки не квакают. Вот так мы, наверное, будем в старости. Дай бог за ручку ходить с Оксаной, шушукаться. Жизнь течет, но иногда вот так подумаешь, зачем человек живет. Для того, чтобы умереть, потом расставаться с родными и близкими. Думать рано, но тем не менее такие мысли постоянно. У вас есть такие мысли или нет? Тебя сейчас все самое интересное впереди. Ну и у нас еще не позади. Но уже, как говорится, есть что вспомнить. Взяли пиццу и спрайт. Ладно, пошли. У нас начала портиться погода, сильный ветер уже и начинает крапать дождь. Да. Всем пока-пока! Да. Финал еще, может быть, зайду. Как парни тоже помахали. Не как вчера, 3-4. Все. Всем привет! Мы сейчас в гостях у своих родителей. Я как-то показывала его вам видео, переживала, что он не подойдет, но все нормально, подошло. И кофта, и штаны. Кроссовки тоже думала, вдруг будут маловаты, 41 размер. Нет, подошли тоже идеально. Но вот муж у меня носит 41 размер, немного ему в большом пальце было маловато. Если вдруг кто-то захочет с этого сайта, хотя там цены, я бы сказала, дорогие, не советовала бы заказывать, то обувь лучше, конечно, на размер побольше заказывать. 40. Давай, мой чемпион! Молодец! Метка! Ты поближе бей! Вот так? Ого! Мимета! Давай забей! Хорошо. Ах, не было! Привет! Сегодня у нас 23 июня, и мы решили выбраться куда-нибудь на природу, но так спонтанно. В сумку сложила я биоразлагаемые салфетки из коробки Icebox, также солнцезащитные средства на всякий случай для сынульки. И вот такая у нас пенка была, надо закончить, она еще с того года тоже от различных мошек, комаров. Одежду ему сюда взяла, чтобы переодеть, он у нас сейчас у бабушки ночевал, поэтому заберем его сейчас. Сумка у меня с сайта Роми заказывала я для тренировок, и как раз вот для таких случаев очень удобно, вместительно, и по качеству все здесь очень хорошо. Мне вообще претензий никаких нет, 5 баллов. Зая, ты в кадре. Поцелует мамочка. Мама, сейчас поцелует дитю мою щучечку, мою. Заехали мы на федерацию. Постоянно сюда приезжаем, что-нибудь берем, перекусываем. Угу. Улетает. Осторожнее, на ладошечку ее. Добрались, приехали. Я не знаю, как это место называется. Смотровая площадка или еще как-то. Помните фотографии, где я в полете на каблуках? Это как раз было сделано на этом месте. Там у нас река Волга, новый наш мост. Вкусно? Привет-привет, сынуль, ну-ка поздоровайся со всеми. Привет. Привет. Сейчас у нас 29 июня, время 3 часа дня, и мы собираемся с нашими друзьями выбраться первый раз за все лето на пляж. А вот мы уже и на пляже. Вид на Волгу, это наш центральный пляж. Yeah.
пойдем. Привет! Сегодня у нас воскресный вечер, и мы выбрались всей семьей. Синулька у нас где-то с бабушкой и с дядей ходит на аттракционах, где-то на паровозиках. Уже потеряли мы их совсем. Мы немножечко пока пофотографировались, пока ребенок дает. Хорошая у нас погода, прохладно, семейный вечерок. И всем вам пока-пока! Эй! Смотрите, какой у нас здесь искусственный, как это, водоем, хлеб, да? Искусственный пруд. С фонтанчиками. Здорово. Ладно, вам рабочим развлекаться. Решали в этом, мы же не брали с папой. Он прям сказал, что это куча, там, юбилей, чем такой, назвать, как это. Ой, а здесь по земле ползают маленькие черные лягушки. Малюсенькие-малюсенькие такие деточки.